Массовая забастовка в Греции. На улицы вышли репортеры, моряки и работники общественного транспорта. В стране приостановлено движение паромов, не выходят в эфир новости. Ожидается, что завтра к акции присоединятся учителя, врачи и авиадиспетчеры. Многие авиарейсы будут задержаны. Протесты связаны с новыми мерами экономии, которые предусматривают массовые увольнения, сокращение пенсий, а также очередные налоги. Послезавтра депутаты намерены рассмотреть реформы, определить среднесрочную финансовую стратегию страны на ближайшие 4 года.